Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Марков Аркадий, начальник международных отношений и туризма курорта «Роза Хутор». А приоритетом «Роза Хутор» является забота о своих гостях, и в связи со сложившимися обстоятельствами в период COVID-19 курорт соблюдает все требования безопасности. При заселении в отель гостю необходимо будет предоставить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Все кабинки канатных дорог курорта проходят тщательную обработку дезинфицирующими средствами. На курорте соблюдается режим социальной дистанции. Все сотрудники курорта привиты в связи с должностными обязанностями. Отдых в горах на открытом воздухе уже, по сути, безопасен и полезен для здоровья гостей курорта «Роза Хутор». Предлагаю начать с презентации курорта. Пожалуйста. Курорт «Роза Хутор» – лучший горнолыжный курорт России по версии World Ski Awards вот уже 8 лет подряд, с 2013 по 2020 год. Также курорту присуждена премия Traveler's Choice TripAdvisor уже второй год, 2020 и 2021, в 2021 году. Это самый крупный курорт, построенный за последние 30 лет в Европе. Удаленность курорта «Роза Хутор» от аэропорта Сочи 45 километров. В 2010 году курорт запустился в тестовом режиме. 820 тысяч гостей посетило курорт в сезоне 2018-2019. У курорта имеется 404 пушки оснежения. Для горнолыжного сезона это самая большая система оснежения в Европе. В 2019 году курорт принял 1,9 миллиона человек за весь год в зимний и в летний сезоны. В зимнем сезоне курорт предлагает 32 современных подъемника от ведущих производителей, 104 километра трасс, самую длинную трассу протяженностью 8 километров 377 метров, перепад высот 1 километр 534 метра. Максимальная высота катания 2 километра 474 метра. И трассы зеленые, синие, красные и черные. 13 километров трасс на горнолыжном курорте «Роза Хутор» сертифицированный ФИС. Максимальная пропускная способность курорта составляет 18 тысяч человек в день. Также есть освещенные трассы для ночного катания. В зимнем сезоне курорт также предлагает многофункциональный детский клуб для детей от 2 до 13 лет, где родители смогут оставить своих детей в опытных руках педагогов. Детский клуб рассчитан на 100 детей в день. В программу входят развивающие игры, горнолыжные уроки и детские дискотеки. А сейчас вашему вниманию предоставлена схема горнолыжных трасс курорта. На основную часть, конечно же, это занимает наш северный склон. Вот. И в правом верхнем углу вы можете увидеть небольшую часть трасс, это на южном склоне горы Аибга. На курорте работают разные сервисы. Для гостей предоставляются горнолыжные и сноубордические школы, локеры, прокаты оборудования, как я уже говорил, детские клубы. Вот. И у курорта «Роза Хутор» есть полноценный онлайн-магазин, где вы можете совершить покупку любой услуги курорта, от проживания и до покупки
скипасов, либо прогулочных билетов и каких-либо других услуг. После катания, либо в летний сезон после трекинга в горах, гости могут посетить ночные клубы, посетить спа-центры, вот, либо сходить в какие-то еще заведения, которых на курорте достаточно много. На курорте расположилось 15 отелей, 5 апарт-отелей, 1 санаторий и 12 шале. То есть гости могут найти проживание на любой кошелек, на любой вкус. То есть все сделано для гостей. На курорте представлено более 60 баров и ресторанов, поэтому гость может найти на любой вкус любое блюдо и может, скажем так, попробовать блюдо итальянской, грузинской, русской, европейской и блюдо авторской локальной кухни Кавказа. Сейчас расскажу, как устроен курорт. Сейчас мы видим с вами долину 560 метров. Это у нас первый уровень курорта. На нем расположились более 20 кафе-баров, ресторанов, ледовый каток, спа-центры, многофункциональный центр «Роза Холл», станции канатных дорог, ночные клубы, дегустационные залы, также магазины и парковки. За пятизвездочным отелем «Рэдисон» расположился горный пляж «Роза Хутор». Он рассчитан на тех гостей, которые по каким-то причинам не захотели поехать на море, вот и решили остаться в горах и провести время на курорте. К вашим услугам предоставляются лежаки, полотенца, зонты, и также в дневное время работает бар, где вы можете заказать любые напитки, либо обед. Для азартной части туристов и гостей курорта в начале курорта «Роза Хутор» расположено казино. Называется «Бумеранг», работает оно круглосуточно. Также к вашим услугам бани и спас. Это бани по всем традициям народов мира. И к вашим услугам парение, ароматерапия, хамам, массажи, фитобар, банный дворик, спа-процедуры для лица и тела. Этнографический парк «Моя Россия». Города разных регионов представлены в миниатюре, занимают территорию 3,3 гектара, 11 павильонов и более 18 мастер-классов и развлечений. Горная Олимпийская деревня, высота 1100 метров над уровнем моря. Это второй уровень курорта «Роза Хутор». Во время Олимпийских игр здесь проживало 2600 спортсменов, для которых были организованы специальные общежития. Сейчас эти общежития переоборудованы в отели от 2 до 4 звезд. Также на этой высоте вы можете воспользоваться прокатами оборудования первой горнолыжной школы, которая предоставляет услуги инструкторов, магазины, детские клубы, рестораны и другие услуги курорта. Главными развлечениями на этой высоте являются управляемые сани «Родельбан». Это сани, оборудованные ручным тормозом, контролем скорости и сближения, автоматическим подъемом на точку спуска. Рельсовый трек имеет 3 виража. Протяженность 1,8 километра.
Также на курорте запущены вертолетные прогулки, вертолетные экскурсии. Очень интересная услуга. Выполняется она вместе с нашим индустриальным партнером. У партнера есть абсолютно все сертификаты и все документы на совершение коммерческих перелетов. Совершаются полеты как по расписанию, так и чартерные перелеты, которые мы предлагаем для гостей курорта и региона. Роза Пик 2320. Это самая высокая площадка в городе Сочи на таком уровне. Что вы можете здесь, чем можно здесь заняться? Вы можете совершить прогулку по подвесному мосту, вы можете покачаться на качелях над облаками, вот, либо посетить ресторан «Высота», который является самым высокогорным рестораном в Российской Федерации. В летний сезон курорт предоставляет гостям прогулочные маршруты, трекинги, самую высокую обзорную площадку, веломаршруты, веревочные парки, Йетти-парк, горный пляж Роза-Бич, фирменный пляж на Черном море, подвесной мост, прокаты велосипедов, сегвеев и другого оборудования, скандинавскую ходьбу и йогу. Сейчас вашему вниманию предоставляется карта трекинговых маршрутов в летний сезон. Множество походов для корпоративных мероприятий, для индивидуальных туристов предоставляет курорт. Вот, естественно, с профессиональными гидами, которые у нас тоже находятся в штате. Вот, поэтому, если собираетесь в горы, провести хорошо время и насладиться природой Кавказа, обращайтесь, мы организуем для вас индивидуальные и групповые туры. Причины посетить курорт Роза Хутор летом. Самое главное – это море эмоций и горы впечатлений на весь год вперед. Мы обещаем, что вы зарядитесь природой гор на долгое время. Роза Хутор курорт разработал уникальный продукт «Горы плюс море». Гости курорта, которые находятся в отелях, бесплатно могут посетить пляж на Черном море, фирменный пляж курорта «Роза Хутор». Им предоставляется бесплатный трансфер для гостей. Полностью оборудованный пляж на Черном море – это лежаки, зонты, полотенца. Ну и также этот пляж расположен вблизи главных олимпийских объектов курорта. Очень интересная локация. Роза Хутор – это место главных событий. На курорте и зимой, и летом проходят различного рода мероприятия, масштабные, крупные. В зимний сезон это такие, как New Star Camp, зимний фестиваль «Бугель-Вугель», поколение Next, в летний сезон это Роза Фест, Роза Ран, Хока Wild Trail и разные мероприятия от компании Red Bull. На этом слайде вашему вниманию предоставляется концертный комплекс Роза Холл, мультифункциональный комплекс, самый большой в Сочи конгресс-центр, общей площадью до 10 тысяч квадратных метров и вместимостью до 1700 мест. Главное достоинство этого комплекса – его многофункциональность и возможность быстро трансформироваться под любой формат мероприятия. Многофункциональный комплекс «Роза Холл» идеальное место для организации любого рода мероприятий.
На курорте у нас существует реклама и спецпроекты, которыми мы с удовольствием готовы поделиться и реализовать вместе с нашими партнерами. Это идеальное место для рекламных кампаний. Это могут быть промо-акции, это могут быть наружные рекламы, вот, это могут быть спонсорские мероприятия. Курорт реализовал уже ряд реклам с ведущими компаниями, такие как Lenovo, Mercedes, Касперский Lab, Omega, Hotspot, Vivex и другие. Роза Хутор уже давно занимается привлечением иностранных туристов на свой курорт. Мы проводим множество интересных мероприятий. В этом году мы провели мероприятие, которое называлось «Австрийский горнолыжный бизнес-уикенд». И в октябре месяце мы собираемся проводить мероприятие, которое называется «Немецкий бизнес-хайкинг-уикенд», где мы организовываем программу на 4-5 дней для гостей из зарубежья с питанием, с походами в горы, вот, и с различными мероприятиями, и делаем их отдых наиболее комфортным. Курорт на данный момент посещает 5% отдыхающих на курорте – это иностранцы. В основном это страны Израиль, СНГ, Германия, БСВ, Австрия и Китай. Роза Хутор курорт – первый курорт, член Российского союза туроператоров, участник программы «Визит Раша». На этом слайде вы можете посмотреть, что нам дают очень высокие оценки, нас выбирают и рекомендуют в Фейсбуке, TripAdvisor и на других больших сервисах России и стран Европы. Ждем вас на курорте. Большое спасибо. Предлагаю сейчас посмотреть пару видеороликов, тем самым вы увидите, как курорт Роза Хутор работает и зимой, и летом. Начнем с зимнего ролика.